Привет! Продолжая тему Хэллоуина, сегодня я хочу показать, как сделать реалистичные кровавые отпечатки. Для этого нам не понадобится ничего необычного. Думаю, большинство найдется дома то, что нам нужно. А именно, клей ПВА, любая красная краска или пигмент и пищевая пленка. Для начала смешаем клей ПВА с красной краской. Отрезав кусок пищевой пленки, аккуратно разровняем его на ровной поверхности. А теперь самое интересное. Намазываем руку красным клеем, хотя можно использовать и другие части тела. Намазав все это дело толстым слоем, быстро прикладываем руку к пленке. Перед каждым следующим принтом нужно нанести новый слой клея. Также можно сделать неполные отпечатки и разные брызги. Сделав нужное количество, оставляем все это подсохнуть на 10-15 минут. Теперь аккуратно разрезаем пленку на части и вырезаем наши отпечатки по контуру. Обязательно используйте острые ножницы, иначе пленка будет собираться и склеиваться. Такой отпечаток можно приклеить на любую поверхность, предварительно сбрызнув ее водой, хотя на стекло оно клеится и так. После расправления всех складочек и пузырьков воздуха отрежьте края, которые завернулись. Если вам понравилось, вы можете посмотреть видео, как сделать паутину для Хэллоуина. Ссылка в описании. Спасибо всем вам за интерес к тому, что я делаю.